Привет! Добро пожаловать на канал Эли Сайлент Клаб. Сегодня мы разберем 7-й эпизод 1-го сезона «Сынов Анархии» под названием «Giving Back». Итак, поехали! В первом диалоге Тара расскажет Джексу о своих бывших отношениях с агентом ФБР. To be with somebody. Быть в отношениях с кем-либо. I was with him in Chicago. Я встречалась с ним, когда жила в Чикаго. It got violent. Они, отношения, стали жестокими. Подразумевается, что он начал применять силу. Try to end something. Пытаться закончить что-либо. I tried to end them. Я пыталась их закончить. To stalk somebody. Преследовать кого-либо. He started stalking me. Он начал меня преследовать. I think he's here for me. What's happening? I was with him in Chicago. It got violent. I tried to end it. He started stalking me. В следующем диалоге Джекс разбирается с агентом ФБР. Vandalism. Вандализм. Deadly weapon. Смертоносное оружие. County или county jail. В США два вида тюрем. Это jail, окружная тюрьма, которую сажают до года. Либо там сидят люди, ожидающие суда. И prison, федеральная тюрьма, в которую сажают на год и более за более тяжкие преступления. That's 6 months in county. Это 6 месяцев в окружной тюрьме. To violate something. Нарушать что-либо. A restraining order. Запретительный судебный приказ. Когда человеку запрещено приближаться к другому человеку на определенном расстоянии. Violating a restraining order. Нарушение судебного приказа. A cell. Камера. Next to me. Рядом со мной. You'll be in the cell next to me. Будешь сидеть в камере рядом со мной. Badass biker. Крутой байкер. Vandalism, deadly weapon, that's 6 months in county, asshole. Violating restraining order? You'll be in the cell next to me. They teach you how to suck a dick in ATF school? Badass biker. Give it a shot. Пытаться или делать попытку. You guys gave it your best shot. Вы, ребята, постарались изо всех сил. To harass somebody. Приставать кому-либо. And you harassing Tara ends here. И твои приставания к Таре закончатся здесь. Piece of shit car. Дерьмовая тачка. To drain fluid from. Выкачивать жидкость из чего-либо. Or next time, it won't be your piece of shit car I'm draining fluid from. И в следующий раз не из твоей тачки будет вытекать жидкость. To threaten somebody. Угрожать кому-либо. You threatening a federal agent? Ты угрожаешь федеральному агенту? I'm threatening you. Я угрожаю тебе. Go away. Убирайся или уезжай. It's my last warning. Это мое последнее предупреждение. You guys gave it your best shot. You got nothing on Sam Quill. And you harassing Tara, that ends here. Or next time it won't be a piece of shit car I'm draining fluid from. You threatening a federal agent? I'm threatening you. Go away. It's my last warning. Наверное, один из самых прикольных персонажей сериала «Сыны Анархии» является Тиги со своим своеобразным юмором. Поэтому в этом эпизоде я решил взять аж 2 диалога вместе с ним. Итак, первый диалог. Джекс просит Тига отвлечь медсестер, чтобы взять ключ. No problem. Без проблем. Доберман Пинчер. Доберман Пинчер. Took a chunk of my ass. Откусил кусок моей задницы. Hang on. Подождите. ER. Emergency room. Отделение экстренной медицинской помощи. To distract somebody. Отвлекать кого-либо. To scare somebody for life. Пугать кого-либо на всю жизнь. I think it's infected. Я думаю, она рана. Заражена. Yeah, no problem. Excuse me, ladies. How are you doing? Your doctors, both of you? Yeah. Oh, thank God. Doberman Pinscher, you know, took a chunk. Jesus Christ. No, hang on, took a chunk of my ass. Can we? Yeah, you need to go to the ER. Distract him. I said distract him, not scar him for life. Oh, shit, I'm serious, man. I think it's infected. А вот и следующий диалог с Тигом. Клей и Тиг приходят в морг для... Лучше сами посмотрите. Фрико – странный человек или извращенец. A date – человек, с которым идут на свидание. Cold pack – ледяной пакет, который прикладывают к ушибленному месту. Но в данном случае Клей имеет в виду слегка подостывшую девушку. Not my thing. Этим не увлекаюсь. Или это не в моем вкусе. Creepy. Жутковатый, вызывающий страх. It's a little creepy at first. Вначале немного жутковат. Soothe.
успокаивать. Soothing. Успокаивающий. The soothing coldness. Этот успокаивающий холод. The stillness. Спокойствие. Смотрим. Hey, Freako. We ain't here to find you a date. I know. If you ever... What? Cold pack? Nah. Not my thing. I know it's a little bit creepy at first, but... when something happens, man, I'm telling you, this soothing coldness, this stillness, and it's really a beautiful thing. Please, please, stop. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, а также добавляйся в мою группу ВКонтакте. Там ты сможешь найти полный список слов к серии. Не забывайте, что в каждой серии есть словарь, который можете скачать ВКонтакте прямо под постом. Итак, всем спасибо, меня зовут Наиль. Пока!